Всем привет из Сочи, точнее из отеля, который в Сочи. Сил нет вообще никуда сегодня вставать. Так укаталась, что, блин, мне кажется, я даже на ужин не пойду. Привет всем. Решила чуть-чуть поболтать. Непонятно только, как интернет пашет, вообще он не пашет. 100 лет не выходил в эфир, даже я вначале не могла вспомнить, как это делается. Мне кажется, интернет, да, не работает? Или работает? Ау, Сочи! Блин, по-моему, интернет, что-то не могу понять. Эфир идет, да? Чуть не могу. А, вот, работает, работает. Вот, всем привет. Что вам рассказать? Интересно. А, интернет пашет, все отлично. Знаете, я в Сочи, так интересно, очень много раз приезжала, но я никогда не приезжала в сезон. Я никогда не была здесь летом. Я все время приезжаю зимой, осенью, вот весной, но вообще не обламываюсь. То есть все время мне такая, попадает такая классная погода. Конечно, я могу накаркать, и завтра может пойти дождь, но факт есть фактом, что здесь клево. Я вот вам вообще, в принципе, советую. Сейчас конец марта же у нас, начало апреля. В отелях цены уже начинают снижаться. На скипас с апреля вообще какие-то копейки стоят. Поэтому всем те, кто не докатался, или вдруг вообще не умеет, или жалеет денег, обязательно приезжайте. Сейчас это очень выгодно. Вот. И народу. Народ, конечно, сваливает потихонечку. Утром нереальное количество. Прям на подъемнике. А вот ближе к обеду уже отлично, можно спокойно кататься. Единственный есть минус, что сегодня было очень жарко, и многие трассы подтаяли. Для тех, кто не очень уверенно катается, это проблема. Потому что я, например, очень боюсь скорости, боюсь разгоняться. И, точнее, ну, я разгоняюсь и начинаю оттормаживаться, потому что я боюсь упасть. Вот, например, позавчера я не справилась с управлением и хорошенько так полетела вперед. Ну, все хорошо. Единственное, что я растянула немного вот здесь вот мышцы. А так все, в принципе, прекрасно. А вот Сочи рекомендую к посещению. Город, Красную Поляну, вот все, что здесь есть. Все обязательно. Потому что то, что здесь построили, это, в принципе, я считаю, каждый должен посмотреть. Ничем не хуже, чем какие-то другие курорты. Так, почему одна сережка? Ой, блин, реально. Слушайте. Где-то выпала серега. Сейчас поищу. Где-то здесь валяется одна сережка. Потому что я вафля. 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 Вот вторая серега. Нашла. Спасибо, вот она. Блин, серьги, кстати, очень классные. Сейчас я чуть-чуть соберу свою волосню. Приду в порядок. Хотя бы так чуть-чуть. А то они после шапки превратились в какое-то непонятное. И после шлема. А, кстати, я катаюсь в шлеме. Я пробовала кататься без, но сыкотно за свою голову. Вот сережки покажу вам, где тут камера. Очень клевые. Ну, вот. Купила в Метрополисе. Совершенно случайно шла. И увидела, ну, не знаю, как это называется, типа магазинчик, лоток. Мне очень нравится, они прям так круто смотрятся. Ты где сейчас? Я в Сочи. Так. Нет, с Игорем мы не вместе. Уже, по-моему, 100 раз писала. И писала, и спрашивали. И, по-моему, по моим фотографиям, по-моему, понятно, что мы разошлись уже давным-давно. А вот,
Еще 200 вопросов об Игоре. Слушайте, ну я не знаю, что про него рассказать. 200 вопросов. Мы же не вместе, мы прекрасно общаемся. Тьфу. Поздравляем друг друга. Вот. Все, в принципе, нормально. Не могу понять, где новые вопросы, как их, в какую сторону крутить, потому что, по-моему, я тупица. На проект не хочешь обратно? На проект не хочу, но куда? Ну зачем? У меня уже... Слушайте, я тогда на проект попала, потому что мне... Ну так, сошли звезды. Я не могу сказать, что это, блин, самое лучшее, что со мной случилось. Это... Ну... Было, было и прошло. Я не могу сказать, что это клево или не клево. Это достаточно такой опыт. Не опыт. Не знаю. А что там кто-то пишет? Выходи почаще в прямой. Слушайте, я живу за городом, а сейчас в квартиру, когда перееду, у меня будет там Wi-Fi, я буду чаще выходить. А на этом у меня просто нет... За городом у меня там Wi-Fi такой, что там не выйдешь даже. Привет, Казахстан. А на борде катаешь? Да, я катаюсь на борде, потому что я уже не помню, как стоять на лыжах. Честное слово, я просто... Ну, наверное, вспомню, но перед тем, как вспомнить, мне надо взять инструктора, потому что я на лыжах не стояла вообще 100 лет уже в обед. Завтра, кстати, хочу взять инструктора себе на борт, потому что я понимаю, что все, что я умею, я уже могу делать, но так как я боюсь кое-какие элементы делать, мне надо... А, все, моя зарядка садится. Где моя зарядка, непонятно. Вот. Что там про борт? Хочу взять завтра инструктора и поучиться с ним, все-таки, чтобы мне показали кое-какие элементы. А, выходи почаще, да. Или квартиру снимает. Я так понимаю, про Игоря вопрос. Но, да, он снимает квартиру. Как вы поделили свою общую квартиру? А, как поделили? Я выкупила его долю. Слушайте, там квартира такая, она вообще получилась неудачная. Мы купили эту квартиру у недобросовестных застройщиков, причем все дом строился, все было зашибись, все круто, камильфо, ля-ля, тополя. Все вообще домино шикарный, красивый. И после того, как мы купили, через несколько месяцев застройщик просто сделал съебался. Собрал бабки и кинул стройку. И, в общем, 2 года просто дом этот стоял, никому не нужный. Некоторые люди судились, еще что-то. Мы не судились. Потом, значит, ну, а смысл судиться? Он признался банкротом, бабки все выбил. Все, короче. А сейчас, слава богу, дом достроили, достраивают, еще ключи не получили. У Игоря я выкупила, даже в таком доме. Поэтому он в плюсе, все у него хорошо. А, это я еще непонятно, с каким жильем досталось. Так что вы красиво парный дом 2, преданные. Блин, да, мы были клевые, но время прошло, и судьба. Леносик, привет, моя хорошая, приезжай в гости, хоть разок жду. Я приеду обязательно, тебе наберу, моя зайка. Как там растет малыш твой? Элька, тебе идут ушки. Ушки на моей макушке, в одной сережке. Привет, интересно, про квартиру расскажи. Ну вот, в общем, короче, я рассказала про эту хату, которую до сих пор я не получила ключи. А вот, ты в разводе, да. Чем занимаешься, если бизнес? Я занимаюсь пошатшивом платьев, и у меня свой шоу-рум. Я стараюсь буду стараться открыть еще в Москве, но пока он находится только в Люберцах. А вот, можете ко мне приходить, я очень часто там сама в роли продавца, так что буду всех ждать. Я никого не обманываю, не обманываю, не краду, не ворую. Честно зарабатывают своим трудом. И справедливые были. А как думаешь, венчание это важно? А, Роксаночка, ты знаешь, венчание, да для каждого все индивидуально. Я не могу сказать, что вот даже свадьба, она как-то очень сильно важна или что-то меняет, не меняет.
даже если вы расписываетесь, меняете фамилию, еще что-то, если человек, вам не суждено быть вместе, никакое венчание вас не сдержит. Вот никакое венчание вас не сдержит. Никакие общие дети вас не сдержат. Ничего, если вам не суждено быть вместе. А какие-то пути искать или сдерживающие венчаться, это настолько все тонко, индивидуально, что я даже не могу сказать, важно, не важно. Я считаю, что если ты этого хочешь, надо делать. Если тебя заставляют, и ты понимаешь, что не надо, значит, не надо. Поэтому все только интуитивно, где-то там в душе должны понять. Тяжело было на проекте? Тяжело. Это тяжело, это мерзко, это физически, морально. Это тяжело. И каждому, кто там сейчас находится, а сейчас там еще жестче условия, это тяжело, и поэтому мне всегда обидно читать, когда там такую гадость пишут, еще что-то. Блин, вы не представляете, что там приходится проходить и проживать. Это тяжело, это сложно, это не каждому под силу. Тем более столько времени, что мы там провели. Как вообще дела у тебя? Да, отличные дела. Но в принципе-то все хорошо. Я работаю. Я развиваюсь, я посещаю курсов очень много. Я очень мало стала выкладывать в Инстаграм, потому что, во-первых, я очень много... Мне тяжело всякие эти гадости читать, потому что они неоправданные. Это все как-то очень, не знаю. Хочется с людьми делиться, а получаешь в ответ не ту энергетику, которым ты заряжаешься, и сразу желание отпадает, поэтому у меня тут сообщение сыпется. Поэтому не знаю, для меня социальные сети — это небольшое, временами прям обременение, я грущу от негатива, поэтому я не люблю... Еще когда не совпадает картинка с действием. Вот эти псевдо-счастливые, псевдо-популярные, успешные. Слушайте, я когда в жизни их вижу, я не понимаю, ну, то есть как можно жить в каком-то непонятном мире? Фу, прям противно. Половина таких лицемеров. Поэтому не верьте Инстаграму. Не все правда. Вы развелись с тем парнем, уже рассказал, на борде проще, чем на лыжах. Знаете, не могу сказать, что борд проще, чем на лыжах. Блин, вообще и то, и другое тяжело, и физически очень затратно. Я смотрю проект с самого начала, да заканчиваю уже его смотреть, проект этот. Не смотрите, какими духами пользуюсь. Я люблю Байреда. Мои очень любимые духи. Крошка, привет, милая, привет, моя. Ставочка, привет. С квартиры рассказала, когда в Москву в начале апреля. Хорошо покататься. Завтра ела. Привет, сосед. Сосед, привет. Привет, соседочка моя. Зайка, привет. Я приезжаю в гости. Когда? Давай мы с тобой в апреле я приеду. Так будет проще. В апреле точно, потому что я здесь до 2-го. 2-го буду уже в Москве, может, даже и 1-го. В общем, короче, давай в апреле. Хочу вернуться на проект? Нет, когда так, пара. Я не могу, вы развелись с тем парнем. Да, развелись. Кем ты работаешь? У меня свой шоурум. Да матерись, господи. Так, я, по-моему, читаю одни и те же вопросы. Самая моя любимая пара была за все время проекта. Спасибо большое. Нашла уже новую любовь. Как же там... Все интересно. Есть молодой человек. Хватит хулиганить, дай подружке кинуть палочку. Чего я не поняла? На дом 2 ответила. Садитесь с Игорем. Ну, что значит садитесь? Ну, это... Не буду даже комментировать. Но Черкас приветствует. Здравствуйте. Что заплатишь? Свадебный, вечерний или повседневный? Я все-таки стараюсь на повседневное платье, чтобы было каждый день. И более удобное. Все-таки из натуральных тканей я шью платье. У меня есть ссылочка в шапке профиля. Заходите посмотреть.
Малыш, хорошо, большой. Звони, обязательно ходи хоть на кофе. Моя деловая женщина, звони, номер старый. Зай, обязательно позвоню. Номер у меня есть. Блин, деловая, слушай, я иногда поесть не могу, потому что столько времени тратится на дорогу и на все остальное. Поэтому иногда я просто не могу поесть. У меня тут был сбой такой по питанию. Я прям резко начала набирать вес. Блин, вот, кстати, про питание. Лично на своем опыте, уж насколько я там генетически нормального телосложения, ну, то есть мне тяжело там разожраться или очень-очень сильно похудеть, я, в принципе, всегда в своем весе. А тут я начала плохо питаться, то не поем, то, например, слишком там жирного мне хочется, то мне хочется какой-то непонятной кока-колы, еще хрень какой-то. Я реально начала набирать. Прям реально начала набирать. Я начала отекать, опухать. Следите за питанием. Прям вот тщательно. Сейчас такие говнопродукты. Чуть не того поешь, и все. И организм прям начинает тар-тар-тар сильно реагировать. Вот прям по питанию я вам хоть с утра могу снимать свои сторисы, потому что мне долго приходилось выравнивать. Я вот только-только сейчас начала более-менее возвращаться. А так у меня такой был резкий скачок в весе. А на проекте голос был такой ворчливый, а сейчас очень даже приятный. Слушайте, на проекте там такие микрофоны неудобные. И голос, он так очень сильно искажался. Мне он тоже очень не нравился. Я периодически просила, чтобы мне перенастроили его. А так как микрофоны очень многим давали разным участникам, то есть я уезжаю на выходные, мой микрофон передается какому-нибудь новому. И настройки сбивались, и получается, что особенно если я кричала или еще что-то там, ты начинаешь нервничать, переживать, голос начинает быть искажаться, и поэтому я периодически слушала, да, я согласна, что он был такой вот. Где остановился Сочи? Слушайте, мы забронировали отель. Вилла Адриана называется. Нам посоветовали моя подруга с мужем. И, в общем, мы здесь, очень отель нравится, все хорошо. Я могла показать свой номер, но у меня такой бардак. Такой бордельер в номере, потому что куча всякой этой зимней одежды. Фотоаппарат, вот даже косметичка, футболки, блин. Короче, бальдерьера полнейший. А, долго там еще будешь до первого? Каким шампунем пользуешься? Прям врасплох меня застало, потому что сейчас я меняю шампунь и не помню его название. И могу показать сейчас просто банку, которую я взяла. Но не самый лучший, поэтому даже не буду рекомендовать. Мне нравился твой старый носик, а это чем не нравится, блин, тут киска, сейчас носика не видно. Чем этот не нравится? Сердечки для тебя, спасибо большое. Какие патчи посоветуешь? Слушайте, корейские патчи, вот сколько раз я вам писала, в сторис говорила, они все клевые. Вот все клевые. Я как-то там что-то отмечала их, посмотрите, мне все нравится. Поэтому патчи прям вообще пользуйтесь, они недорого стоят, хорошая штука. Особенно я, человек, который любит выпить на ночь воды, литра 4. Утром просто китайская деревня отдыхает. Просто вот так вот наливаюсь. Особенно даже не правый глаз, а левый. Видимо, здесь как-то у меня что-то нарушено. И у меня просто вот так вот. Сохрани эфир. Ладно, сохрани эфир. Ну, я постараюсь. Смотрю, 15% у меня, но я постараюсь, короче, не дать. Элла, с кем общаешься из Дом 2? Да блин, со всеми практически общаюсь, кого встречаю, всегда рада видеть. А так, прям, чтобы близко-близко, но с Дерябкой, с этой, с Олей Ветер, потом, ну, с любовью моей, конечно, Колесниченко, Катюшкой, которая пузырек, пузырек большой она сейчас. А еще самое интересное, что мы скоро с ней будем прям рядом-рядом жить. Вот так вот. Есть сценарий, есть, конечно. Адрес шоурума. Торговый центр TCL Профи, Люберецкий район, Ленина 47.
Привет, успехов, полюбили, Игорь, только честно. Честно, конечно, я бы не вышла замуж без любви. Какими масками пользуешься? Масками, я так понимаю, для лица или для волос? Для лица или для волос? В общем, ответьте, я читаю, сейчас прочитаю. Кто любит, тот любит тебя всегда. Обожаю твою инсту. Спасибо большое. Да, я согласна, что очень много тех, кто любил, так и остается. Но просто, когда ты вкладываешь свою энергетику, я очень энергозависима. Когда я отдаю, я люблю получать. А когда я не получаю, не получаю, не получаю, отдаю, мне становится очень грустно. И поэтому, именно поэтому я периодически ничего не выкладываю. Но я думаю, как и все, я подпитаюсь энергией, потом хоп, опять вся такая счастливая, довольна. А так, с кем ответилась? Крошка моя, привет, привет, зайка. А, у тебя интересное имя, скажи, почему тебя так назвали? Как хотели еще назвать? Это очень интересно. Потому что я должна была быть Валерией. Мама уже придумала, что я Валерия, Лерочка, ля-ля-та-па-ля. А папе это имя не нравилось. И он меня... Значит, они не знали, как назвать. Искали-искали имя до последнего. Вообще не думали, что я мальчик. И все говорили, что будет мальчик. И живот у вас будет мальчик. И все... Вот эти все предсказания, в общем, говорили, что будет пацан. Шишел-мышел. Вылезла двухметровая деваха. И назвал меня папа Эллочкой. Мама была против, потому что Эллочка-людоедочка тогда из 12 стульев. У всех только именно с этим ассоциировался, больше ни с как, ни по-другому. И она думала, что это меня будет преследовать, и очень переживала. Но папа меня записал без ее ведома, короче, и все. Так я и осталась Эллочкой, людоедочкой. Но так как у нас... Не все читают 12 стульев, не читали. А это поколение, которое прекрасно знает эту книгу, уже, в принципе, ну, уже взрослые, и им неудобно мне это припоминать и как-то употреблять. Поэтому Элла – это имя греческое, она переводится «солнечное». Поэтому, наверное, я так очень сильно зависима от витамина D, от солнца. Я без него грущу. Я, в общем, полностью Эллочка. Вот солнечное, если есть солнце, я, значит, цвету и пахну, как сегодня я нагулялась. И видите, как вся даже с вами, ну, как бы не то, что с вами, а просто у меня есть энергия поболтать. Я точно так же общаюсь со своими друзьями. Я не замолкаю, я трепло. Поэтому, в общем, вот так, папа. Кстати, папа мой тоже в Сочи. Мы вместе с ним здесь катаемся. Я снимала его в сторис. Он меня не любит сниматься, говорит, что это все глупости, но любит фоткаться. И фотки хранит на своем телефоне и отсылает своим сестрам. А была ли любовь с Игорем? Была. Выходи почаще. Я с удовольствием, как только у меня будет хороший Wi-Fi. Элла, я заметила с вашей стороны агрессию в сторону Романец. Поделитесь, что вы с ней не поделили? Почему такое отношение к гусям? У меня нет вообще никакой агрессии. Вообще никакой... Какая может быть агрессия? Нам с ней нечего делить. Спасибо Богу. Агрессии нет. Наши просто интересы разошлись. И люди расходятся. И каждый остается при своем. Ну, никакой агрессии. Вообще никакой. Если вы считаете, что я в группе у Пилипов, блин, но они клёвые. Я не могу у них уйти. Я их вообще ярый фанат. Это очень клёвая компашка. Они смешные. А антипатии никакой нет. Блин, я веселюсь с Пилипами. Я вообще очень не весело. Поэтому агрессии никакой нет. Ничего не делили. Ничего. Люди разошлись. И все. Проект закончился. История закончилась. Общение. Не люблю просто лицемеров, и все. А ты сама лицемерить? Чего-чего-то непонятно. Назад на дом 2 не хочешь? Не хочешь? Бориск, привет. Адрес шумрума. Скажи, пожалуйста. У меня в шапке ссылка профиля. Там, значит, все есть. Адрес, все. Если что, пишите мне в личку. Я вам все напишу.
Какие растения посоветуешь? Никакие не посоветую, ничего в растениях не понимаю. Это к моему папе. Если нужны растения, напишите мне, я у него спрошу. Он у меня растения. Вот, и даже купил крутую какую-то теплицу в этом году, стеклянную. Будут ему строить, уже теплица лежит в гараже со всеми вот этими вот штуками, опорами, стеклянная, с какими-то там специальными нагревательными системами. В общем, это все к нему. Привет Бишкеку, люби, дорогая Патчи, уже читала, ты не в Москве живешь, за городом. Вверх пальцем проведи, ты старый вопрос читаешь. А где Настя Иванькина? Здесь, кстати, все хорошо, она мне передает привет, она тут тоже в эфире. Привет Кишинева, шикарный маник. Да блин, обычный маник. Просто цвет такой здесь классный попадается. Я вообще, честно сказать, не люблю делать маникюр. Вот так долго. Просто вот этот шеллак же, его пока снимешь, пока наклеишь новый, пока все это все, 2 часа делаешь, потом еще делаешь педикюр. Ай, боже мой, 4 часа куда-то времени просто. Не знаю, я долго не могу сидеть. Но приходится, потому что ногти должны быть всегда быть. Вы беременны от Никиты Джигурды, и вы тайно скрываете это. А зачем вы всем здесь все рассказываете? Вот про мою беременность, про Джигурду. Я вот не пойму, вот зачем, если я это скрываю, вам зачем это все рассказывать? Почему так говоришь, мы знать не знали бы, если бы не Дом 2, а так сейчас 150 человек слушает. Ну, мы бы могли в жизни с вами познакомиться. Мы бы могли так дружить, не обязательно через Дом 2. А какой у тебя шампунь? Блин, сейчас и он плохой, я вам его рекомендовать не буду. А когда будет хороший, я вам про него расскажу. Не буду. Ничего про шампунь говорить, потому что он обычный, ничего в нем такого особенного нет, поэтому... Вон папа мне пишет, чтобы я шла гулять, с ним выходила. Привет из Рязани, передайте, пожалуйста, привет Олесе. Олесь, привет. Передайте привет Брянску, привет. Прям не верю, что может измениться. Может, конечно. Любая фигура не следить за питанием может измениться. Любая кожа не следить за питанием, за кожей, за уходами. Ага, скоро у меня закончится зарядка. Поэтому следите обязательно, что едите. После 30 фигура поплывет так, что если не удержать ее в форме, все, жесть. Никогда потом не вернете уже. Ну, вернете, это надо такую силу воли иметь. Потому что как вот есть рыхлые, понимаете, вот есть по натуре такая кожа дурацкая, рыхлая. И сколько бы ты ни занимала еще что-то, она и будет рыхлая. Ты должна там просто в этом сдохнуть в спортзале. Поэтому, а есть как генетически, например, у меня все более-менее нормально. Но и то, это надо прям держать в тонусе. Уже возраст совсем не 18. Как у Маши Кахно, тоже голос отличается очень. Ну, я просто ее не смотрела в эфире, я не знаю. Я знаю ее лично, она очень классная, хорошая девочка. Поэтому не знаю, как она, какой у нее голос. Да ладно, набирать фигуры идеально. Спасибо большое. Елочка, привет, красотка, очень интересно про питание. С Романец не общаетесь? Нет, не общаюсь. Про питание, ну, могу только единственное, что если вам интересно, периодически сторис с завтраками снимать, потому что все остальное у меня так, ну, как бы тяжело уже в течение дня. А завтраки я стараюсь прям потратить на него побольше времени, что-то такое поинтересное придумать, поэтому каким парфюмом By Red мне очень нравится. Так, привет. Я просто буду пропускать вопросы, не все. С Женькой общайтесь. С Женькой, я так понимаю, с Феофилактовой? Да, она хорошая. Запишите мне. Я буду проверять, у меня все садится телефон. А просто на какой стороне спишь, та больше отекает. Нет, отекает у меня именно левая сторона лица, потому что, ну, как объяснила мне моя косметолог, ну, вот эти носослезные канальца, они у всех, ну, у кого-то как бы правильно очень расположены, у кого-то чуть меньше.
И у меня просто он немножко, видимо, забивается и отекает. Особенно если я любитель попить. А я воды полюбитель попить. Так, буду прям торопиться, чтобы сохранить. Переезжай жить в Подольск. Когда лучше пойти работать продавцом, твое мнение хочется. Я про Подольск вообще ничего не знаю. Вообще не знаю ничего, даже советовать не знаю. Пару раз была, и то проездом. Твое мнение про... Блин, если бы это хотя бы было мое направление. Про имя рассказала, были в Доминикане, не была в Доминикане. Я не была там, в Доминикане. Присоедини меня, пожалуйста, я девочка. Ты в квадратик. Гозис роль была немного на проекте. И не поняла вопроса про Гозис. Господи, любовь не проходит так быстро. Значит, не такая любовь была к Игорю. Белка, 56-11. Вы в своем уме? Вот откуда вы знаете, какая у кого была любовь? Или вы считаете, что если я не плакалась в Инстаграме, не пускала слюни на публику, не жаловалась, не просила меня пожалеть, то вы можете судить об этом? Или если женщина не позволяет себе раскиснуть и хорошо выглядит, значит, не была любовь? Да не вам судить. И поверьте, те, кто больше плачет в Инстаграме на публику и просит поддержки, не нуждаются в ней. Элочка, про брови расскажите, у тебя перманентность? Да, у меня, но они подкрашены сейчас. У меня легкий перманент путем напыления, чтобы, ну, просто поддерживать форму, так они достаточно густые свои, я подкрашиваю карандашом. Походи почаще, это интересно. Привет из Питера, как поддерживаешь фигуру, чем питаешься? Я питаюсь, ну вот, например, сейчас я на посту. Я придерживаюсь уже много лет. И я, наверное, откажусь от молочки. Я поняла, что... Ой! Сорян. Я поняла, что мне молочка, ну, не очень заходит, и у меня проблемы с лицом от молочки. Поэтому для тех, у кого, может быть, тоже там не все хорошо на лице с высыпаниями, попробуйте отказаться от молочных продуктов, потому что они у нас очень плохого качества. Так, тебе идет быть... Мои хорошие, я буду прям... 8% зарядки... Спасибо большое. Так, расскажите про вашу мечту. Это очень долго. Я про мечту не могу. Я прям свое дело, прям пробегусь быстренько и сохраню эфир. Куда пойти работать продавцом? Вот второй раз у меня вопрос этот. Хочется твое мнение. Вы знаете, давайте так кратенько мое мнение, куда пойти продавцом. Во-первых, в любом случае выберите место, где вам будет комфортно работать, то есть продавать то, что вы будете. И поближе к дому. Дорога выматывает очень сильно, и никакая вообще зарплата не победит вот эти вот дорожные войны и дорожные вот эти вот поездки, дорожные вот эти изматывания. Ищите поближе к дому. У вас будет больше времени на себя. В любом случае, женщина должна посвящать время себе. Не только семье, работе и всему остальному. Я тоже не люблю делать маникюр, просто без покрытия уже делаю. Я не могу без покрытия, потому что, ну, вид не тот. Не позволяю себе ходить без покрытия. Был опыт, я, наверное, его проведу опять. 3 месяца я ходила, отдыхала без лак. Я начинаю торопиться, и начинается какая-то жесть у меня с рассказом. Значит, я 3 месяца отдыхала без лака, покрывала все время лечебным. Но у меня всегда было какое-то покрытие, хотя бы чуть-чуть поблескивало. Поэтому без покрытия я не смогу. Ты очень классная, спасибо. Как слон, как горы, дорогая моя, как фоткаться. Милая моя Машуль, привет, это вот моя соседочка. Как погода начнется, мы с тобой будем фоткаться. Так, про питание, диеты. Ничего никуда после 30 не плывет. Да нет, плывет. Если за собой не следить, после 30 плывет в 2 раза быстрее, чем после 20. Тормозит.
Да, снимай, буду стараться. Так, мои хорошие. Я боюсь, что просто сядет телефон. Я стараюсь отвечать, все, уже бегу, целую, ты пост держишь только в питании или еще в храм ходишь? Последний вот про пост, потому что это очень важно для меня. Нет, я ходила перед постом, я, конечно же, была в храме, я отстояла службу, я на 8 марта была в храме Матроны, меня благословили, все. То есть духовно я была к нему готова. У меня не получилось продержать первую неделю очень жестко, строго, только на воде и хлебе. Но я соблюдаю все правила в еде. Это абсолютно, я духовно полностью готова, полностью придерживаюсь правилам очищения мыслями. Поэтому в храм хожу, молитвы, да, все это про меня. Тебе без маски это и хорошо. Блин, маска просто она прикольная. Она очень милая. Поэтому я не скрываюсь за ней. Я, в принципе, вон, могу ее отключить. Я такая же. Маска просто милая, прикольная. И света больше добавляет. Мои хорошие, респект за просвещение в плане выспания. Будет проказ. Да. Пробуйте отказываться от молочки, прямо исключайте все. Если очень хочется кофе с молоком. Боюсь просто взять телефон, просили сохранить эфир, я его сохраню. Давайте напоследок. Я, например, не могу отказаться от кофе с молоком. Ну вот, можете меня убивать, мои косметологи, мои все эти. Не могу. Я всегда люблю кофеёк с молочком. Да, сейчас я пью только черный на посту, либо пью с миндальным или кокосовым молоком. В Азбуке Вкуса не покупайте. Оно ужасное, ужасно невкусное. Вот это у них соевое, там оно один бренд у них представлен, прям отвратительно. Я вот несколько, все покупила, все по очереди, потому что другого выхода не было, магазина другого рядом не было. Но есть очень крутое в Ашане. Миндальное молоко прям вообще бомбическое. Оно заменит вам, вы просто в него влюбитесь. Оно офигенно на нем варить кашки, офигенно с кофеечком, так что прям его советую, советую. И быстро тороплюсь, еще есть такое, не молоко называется, овсяный продукт. Выжимка из овса, тоже классная штука, в каше. Варите на нем, добавляйте в кофеек, добавляйте там, кто любит, ну, кто куда. Вот. Поэтому для кожи прямо сейчас попробуйте, пока весна, организм хорошо перестраивается, уберите молочку, кожа прям вам скажет спасибо большое, и уменьшайте количество мяса в еде. Вообще бы сократить до раза, 1-2 раза в неделю, не больше. Тогда сможете ну, быть более свежей, отдохнувшей, и кожа скажет тоже большое спасибо. Целую вас. Завтра еще выйду в эфир. Целую, пока.